Привет, я Александра, это «Минута» с налоговым консультантом. Давайте поговорим о том, кто вправе претендовать на бюджетное возмещение по налогу на добавленную стоимость. Согласно пункту 200.4 Налогового кодекса Украины, в случае, если у налогоплательщика сформировалось отрицательное значение по налогу на добавленную стоимость, то есть фактически переплата по НДС, такой субъект вправе заявить бюджетное возмещение суммы налога, фактически уплаченной получателем товаров, услуг в текущем или предыдущих отчетных периодах, поставщикам таких товаров, работ, услуг или же в государственный бюджет Украины. Таким образом, как мы видим, нет каких-то сверхбольших ограничений получения бюджетного возмещения. Главное, чтобы приобретенные товары, работы, услуги участвовали в хозяйственной деятельности такого субъекта. Ну и безусловно, нужно понимать, что будет назначена камеральная проверка на предмет проверки правомерности формирования вами такого налогового кредита, ну, естественно, заявление части суммы налога на возврат на расчетный счет. Работайте правильно, заявляйте бюджетное возмещение. Всего хорошего, пока.